Всем привет! Сегодня немножко покажу по настройке рабочего стола и объемы, которые у меня в рынке есть. Ну, кто-то видел уже. По настройке рабочего стола три экрана. Дневной, недельный график получается и H1. H1, H4, D1. Месяц, неделя, день. Работаем сетки, объемы набираем от интрадей в средний срок. На данном трех экранах Audi NZD в рынке можно ознакомиться с позициями. Есть вот такая вот. Показывает объемы, доход, просадка, недостающий объем. Можно посмотреть те объемы, которые в минусе, что с ними делать. Возьмем USDCAD. USDCAD. Что там будет в дальнейшем. Посмотрим, какой объем сейчас. USDCAD. На покупку 15, на продажу лот 15. Сейчас найдем в листе USDCAD. Включаем. Смотрим, что у нас есть. На старшем периоде мы вышли за пределы диапазона месяца, поэтому коррекция. То есть этот импульс, все, что будет идти вниз, это коррекция для покупок. Наша задача выводить sell и набирать объем buy вплоть до низов. Внизу, как видите, здесь объем sell 0.5 и по нарастающей выше идет. Так далее. Внизу у нас объемы в бай стоят 0.7, 0.5 и так далее. Там в совокупе 0.15. Зона без убытка для всех позиций. В сел. И страховочный, не страховочный, а локирующий объем сел стоп 0.15. В совокупе вот зажимается прибыль. Здесь 230-40 пунктов. То есть из минуса выходит плюс. Если мы идем диапазон предыдущего дня, текущего дня, совпадает с диапазоном недели. Если идем мы выше, да, мы это в пределах, это уже пойдет 1,5-2 средних хода в месяц. Если пойдем до 1,5, зона усреднения будет у нас выше, блокирующий объем тоже будет выше. Последующее движение коррекционное на эти объемы будут подтягиваться выше для продолжения восходящего движения. Если мы пойдем, если это импульс сильный, откат будет короткий, не усреднимся и пройдем не 1,5, а 2 средних хода, этот объем будет блокирующий для усреднения всего объема. То есть и замок у нас растянется. Вот. Ну и будем смотреть уже, как будет цена вести в текущем и следующем месяце. Что касательно USDCAD. Фунт-доллар. Смотрим сейчас на фунт-доллар. Три экрана. Фунт-доллар. Здесь у нас глобально пока 0.39 у нас в сел идет набор. Пока мы не обновим, не закрепимся выше, у нас все это набор в сел. Ну, так как у нас есть просевшие объемы, да, цена идет вниз. Это уровень без убытка. Здесь можно ставить на пробой объемом минимальным 0.3. 0.3, 0.3, 0.3, и здесь будут локирующие объемы. Они уже как бы стоят заранее. Вот. Почему 0.3? Потому что когда идет откат, мы добираем по сетке к 0.3, добавляем там 0.2, 0.5 и так далее, 0.7. Что не достает по шкале. 0.3 минимальный, потом 0.2, 0.4, 0.6, 0.12. Будет добавляться объем. Так, это по фунту.
дальше. Здесь евро и ЗВД минимально. Ну, вот еще возьму. А, Audi была усредняющим был момент. А, еще в процессе усреднения. Сейчас давайте посмотрим Audi. Вот, практически мы закончили усреднение. А, немного осталось. Выходят все buy объемы, а sell объем у нас всего лишь 0.6. Вверху у нас sell, здесь где-то там тоже, и вверху вот минимальный buy, не 15, не 20, не 30. Начинаем с наименьшего, 0.3, 0.5 и так далее. Большие у нас всегда внизу, и при коррекции вся сеть закрывается, усредняется, тем самым расширяется положительный замок. Вот, если от 0.3 мы сразу пойдем вниз, вот у нас первый sell limit по сетке вот здесь, 74.11, первый объем в sell дополнительный, и потом уже будем смотреть дальше. Блокирующие у нас объем, эти уже не нужны. Можно вот сюда блокирующий поставить. 72.67. Не блокирующий, а страховочный дополнительно. 72.67. Вот так. На старшем периоде. Так, и что я там еще хотел показать? Кат иена. Оно установлено или нет? Сейчас посмотрим. Вот смотрите, усреднился объем. Сейчас уже бая нету по Audi. Теперь идет набор. Но набор идет на продажу. Будет закрепление. Можно посмотреть в ближайший момент, куда цена вообще пойдет. Берем, натягиваем. Импульс наш. Ближайший. Примерно вот запас хода на день мы должны сегодня отработать. И потом, пока цена не перебьет последний импульс, сейчас будет ближайший импульс, это текущий, мы должны смещать выше. Смещаем выше. И когда вот у нас открытие дня, если цена закрывается ниже, то есть тенденция на понижение продолжается. И мы тогда должны уже ставить блокирующие объемы для набранного объема sell. Ставить buy limit, начиная с наименьшего. Можно, правда, ставить общий объем на тот объем, который в рынке. Ну, кто не знает, где цена будет останавливаться. Смотреть нужно на запас хода недели, месяца, в какой матрешке мы находимся, маленькой или большой. Сейчас у нас вот ближайшая цель, диапазон дня, вот этого импульса, потом цена вот будет корректироваться, да? Допустим, она здесь остановится и пойдет в коррекцию. Если она будет до 0.9 набирать, она пойдет до 74.60. Это в пределах диапазона недели. И там мы уже будем смотреть, она как бы отработает верхний
блокирующий объем, можно здесь в контур сработать, то есть набрать buy со страховкой или со стоп-лоссами, так как основное движение у нас тренд сильный нисходящий. Вот. По большому счету лучше набирать buy. Я бы как сделал и как сделаю. Сейчас дождусь, когда цена дойдет, отработаю диапазон дня, на откате покупаю и общий блокирующий объем по сетке по всей 0.59 можно поставить вот здесь. А этот весь buy найти уровень без убытка. Уровень без убытка, там перевод без убыток, все сетки buy. Цена идет вниз, тут большой объем остается, но это метод разгона депозита. Не пока не нужно, потому что у меня портфель 23 инструмента. Тут у меня свои страховки получаются. Так, ну это кратенько, да? Я желаю всем успехов, у кого есть желание заниматься. В течение месяца я пока здесь, потом улетаю, не знаю, на месяц или на три опять. Вот. Да. Пока здесь я, контакт открыт. На время улета контакт закрываю. Ну, прилетел там, выкинул что есть. Я дома. Запечатлел, что я дома. Ладно, все. Всем пока, удачи. Сейчас, наверное, еще и по морям полетим. Ладно, посмотрим. Всем пока.